Так, всем доброе время суток, с вами Тоха, он же Анатолий. Что ж, ребят, у нас первая 17-я карта Золотой Колос, так что в общем доступе, со всеми финтиплюшками, тоже будем пробовать на ней развиваться. Ребят, пока не снимаю видео, потом повылажу, не знаю, говорится, ребят, насчет связи, может связь уже и будет, когда я уже видео выложу, ну пока на данный момент не на связи, ребят. Что получается? Так, у нас, как говорится, в начале мы помним, есть, у нас ничего нету, у нас есть старая база, которую можно будет приобрести, техника есть, которую можно продать, все у нас тут до конца суток, как вы помните, тут нужно, можно купить, продать. Ну что ж, я решил, ребят, сейчас, наверное, мы эту технику, я не знаю, покупать будем, чи не будем, ну, тут ее можно вроде бы как продать, чи это, нам достался колхоз банкротный. У нас нету ни земли, ни базы, ничего. Но сейчас мы это все поправим, решим. Сейчас посмотрим. Вот у нас техника имеется. Так, вот купить можно за 29 тысяч, если нам нужно будет. Ну, нам оно пока не надо, эта техника тут. Эту технику купить. У нас имеется 400 тысяч. Можно приобрести поле. Так, ну тут плуги есть, прицепчики. Все есть на этой базе. Ну, мы сейчас посмотрим, решим, давайте мы прыгнем. Так, где тут у нас город Шмурод? Так, это не туда. Так, хлебокомбинат. Вроде бы сейчас сюда прыгнем, посетить. Так, сейчас, ребят, тут пробежимся, найдем все эти точки, шмочки. Это у нас все. Так, в этой конторе можно купить грузы, которые будут доставлять на железную станцию. Снова для продажи товаров по контракту. Это, короче, тут у нас биржа контракта. Первый раз вещение закупки товаров. Так. Понятно, вот у нас можно заказать товар, купить. Это у нас, ой, так, понятно, закупку товара мы нашли. Так, теперь давайте дальше побегаем. Поэтому, ребят, так, тут у нас, как я помню, должна быть это. И у нас тут конторы, сейчас все поищем. Ну, это банкомат. Так. Ага, вот у нас это вроде бы какое-то кадровое агентство. Так, это на первую контору в городе. Такой контор, всего 5. Найдите все, подобрые с покатским домиком. После этого на карте добавится платить со званием так. Ага. Закрыто. Это у нас биржа труда. Это у нас биржа труда. С 8 часов работа. Так, биржа труда мы нашли. Так. Сейчас дальше побегаем. Так, ребят, давайте дальше побегаем. Так. Дальше, дальше, дальше. А, кстати, тут можно включить меню. Я уже не помню. Как тут меню включается? А вот. Так, если все сказал, вначале корировалось так. Имущество, только немного денег в первый день распродажи. Так, это мы все. Вот у нас все. Вот у нас главное меню, ребят, появилось. Так. Вот оно у нас. Рейтинги. Так. Сейчас мы найдем настройку, ребят. Так, у нас. Показывать подсказки. Показывать дополнительные подсказки. Так. Включим. Так. Контроль грязи. Выключим.
Выключил. Это у нас контракт А, понял. Поиск монет, все. Вроде мы все включили. Так. Так, где тут у нас? Я, блин, уже заблудился, ребята. Ладно. Побежали еще поищем. У нас, ребята, говорится, знакомство. Так. У нас еще время имеется. Так. Тут у нас еще, мы должны найти 4 конторы, так. Ага. Тут что-то можно сделать, купить. Так, вон у нас еще одна контора. Это вроде бы самое главное. Контора у нас. О. Так, мы нашли еще одну контору. Это уже недвижимость. Кстати, это у нас... Давайте мотнем время до утра. Пока у нас есть возможность, можно будет, ребят, какую-то землю, базу посмотреть, сколько она что стоит, а приобрести. Сейчас. Карта интересная. Насчет у нас она есть и на 19-й ферме, но что-то так во все у нас заработало. Так. Вот так у нас все. Поля. Вот, допустим, 14-е поле. Сколько стоит? 34. Купим. Окей. Так, потом у нас. Так. 14-е. Так, 15-е. А ну, назад. Так, у нас 12-е и 13-е. 13-е поле. Тоже купим. И 12-е. Тоже купим. Назад. Это мы купили вот эти чеки для риса. 18-е поле возле базы. Еще у нас есть. 18-е поле. Тоже купим. Назад. Так. Участки. Ферма. 212 тысяч она стоит. Так, ферма, ферма, ферма это у нас. Это вроде бы наше все, да, вот эта вся база стоит. Тоже купим. Так, назад. Ну вот, мы купили ферму, поля купили. Так, у нас осталось 63 тысячи денег. Так. Все, мы купили. Так, у нас тут еще есть группа, но это, ребята, мы их поищем потом. Так, давайте прыгнем сюда. Так, ну что ж, у нас поле свое 18-е. Оно у нас вроде сои. Так, сои, сои. Оно у нас созрело. Так, что у нас с деньгами? 63 тысячи. Сколько стоит комбайн? 42 тысячи. Этот сколько стоит? О, комбайн 9 тысяч. Жатка 3 тысячи. Этот у нас комбайн дороговатый получается. 42 тысячи. У нас, ребят, 63 тысячи есть. Ну, я думаю, давайте приобретем вот этот комбайн. Хотя бы этот купим. Не комбайн, сколько стоит у нас? Посмотрим. На 29 тысяч. Ну, подешевле будет комбайн. Купим этот комбайн, что потом продадим. Да. Купили мы комбайн. Жатку тоже купим. Так. Да. Купили жатку. Так, у нас комбайн есть. Так, трактора. У нас есть вот такой небольшой за 9 тысяч. Сколько оно в голон стоит? Так, 17. Значит, давайте этот купим за 9 тысяч.
У нас там просто соя есть, ее можно будет убрать. Да. Так, и нам нужен прицеп. Прицеп я видел там имеется. Прицепчик. Можно идти убирать свое поэтовое поле. Кредита у нас нету пока мисс. Так. Прицепчик тоже купим. Так, а ну-ка. Давайте посмотрим насчет полей. Они там нуждаются в вспашке. Ну да, в вспашке нуждается. Плуг у нас есть маленький. Вот этот плуг 3000. Да. Купили плуг. Потому что здесь, ребята, техника вроде бы вся покупается по рейтингу, да? Ну да. Пока есть нулевой рейтинг, может что-то там и приобрести. Так, а ну стоп, давайте посмотрим наши культиваторы. Ну да, сейчас все у нас можно купить. Нулевой рейтинг. Так, 16-18 тысяч. Дороговатый. А так в этих культиваторах, что у нас есть такое не сильно дорогое. Ну, 3000 у нас имеется. По 30 лошадей. А у нас трактор сколько? А, недоступно. Ладно. Сейчас пока мы этой купим. 3000 культиватор. Так. А этот, сколько он лошадей, этот красный? 160, 120. Или 30 надо. Этот у нас какой? 4FX. Так, этот у нас 4FX. Так, это вроде бы побольше будет. А вот этот получается подходит. Да. И нам нужна будет сивалка. Ну вот это сивалка, что ли. Зерновая. Вроде бы все, ребят. Купили мы все, что нам пока на данный момент нужно. Так. О. А вот еще у нас есть опрыскиватель. Тоже. Купим. Хоть опрыскиватель уже наш. Так, трактор. Нет. Так, опрыскатель купили, сивалку купили. 6000 у нас осталось, ребят. 6000 у нас осталось. Сарайчики, шмарайчики. Так, косилка нам не нужна. Тут у нас еще есть. А, противовес еще имеется. Ну, нам пока если противовес не нужен. Хотя, не нужен нам пока противовес. Есть у нас. Так. Вот такой еще прицепчик. Но это нам пока не нужно. Так, ну что, мы скупились на данный момент. Потом это все исчезнет. А у нас уже что-то останется. Так. Что, ребят, сейчас я то сюда разберусь. Поедем уже убирать наше поле. Там уже, ребят, увидимся. Так, ну что, пацаны, прибыли мы на поле. У нас тут, походу, канола, она уже созрела. Можем, будем ее убирать. Так, вот на этом комбайне, что мы приобрели, по дешевке подкупили. Так, надо трактор заглушить. Такой трактор получили тоже по дешевочке, ребят. Ну что, приступаем к уборочке нашего этого поля. Поехали. Насчет продажи я не помню. Но сейчас мы посмотрим, как тут у нас. Так. Так. Цены.
Так, цены за 1000 литров. Это не то. Так, это у нас контракты можно будет брать. А цены только... А, нет активных контрактов. О, канола есть у нас. 600. Цена оптовая база 301 евро. Это походу покупка или продажа. Ну ладно, посмотрим. Это у нас цены, это где-то можно покупать эту байду. А мы только открыли. Контрактов у нас активных нету. Рейтинг у нас 5. Так. Ладно, сейчас канал уберем и там уже решим. Все, погнали, ребят, убирать. My own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Missing mine. Think I need to help you.
Ну что ж, ребят, все, убрали мы поле наше. Канула у нас вышло немного, 8 чем-то кубов получается. Все, сейчас мы отвозим туда. Поехали, ребят, придем на склад, высыпем. Тут так не продашь, нужно контракты брать, собирать потихоньку. Так, поехали. Ну что ж, по плану у нас следующая, ребят, часть будет, у нас есть 3 рисовых чека, наверное, будем сеять рис. Здесь пашем это поле, подготовим к посеву. Что решил где сеять, еще неизвестно. Но там на чеках посеем рис. Эту технику у нас скоро заберут, ребят. Что тут осталось у нас? Есть немножко для старта. По будущем поменяем всю технику. Это уберем. Ну, пока здесь у нас, кажется, что-то да есть. На чем-то поработать у нас имеется. Так, здесь мы выгружаем нашу канолу в нам склад, высыпаем. Есть, так, поехали, ребят. Все, мы выгрузились. Так, сейчас оставим где-то здесь наш трактор с прицепчиком, хай пока не стоит, перекуривает. Забираем комбайн. Поехали. Комбайн мы поставим в ангар. Я думаю, еще он нам пару урожаев уберет. Мало будет, доберем комбайн. Ну, пока есть, ребят, у нас денег, как видите, тут еще снимают деньги за недвижимость. У нас так. По поводу, ребят, напишите, как вам, бо я снимаю, когда работаю, ребят, без голоса, а под музычку. Если вам это нормально, то да, ну, чуть-чуть ускоренные съемки, чтобы немного занимать время видео. А так вот, ребят, ну что ж, на этом, наверное, будем мы. Так, а, у нас пока не работает этот, пока у нас время не закончено. Давайте поставим там наш комбайн. Так. Так. Все, оставляем.
Ну что ж, на этом все, ребят. Распишите, как вам эта серия. Будем продолжать. Назнайте много карт. Потихоньку будем развиваться. Всем пока. Всем до встречи. С вами был Тоха. Может быть, скоро увидимся. Всем приятного просмотра.